Баночка за 350 рублей. Фермер из Великорецкого продает воздух с гонимого крестного хода. Говорит, что в этом году он получился как никогда уникальным. На своей странице в соцсетях Александр Шустов разместил объявление о том, что принимает заказы на воздух из Великорецкого, набранного в Троицу во время литургии. Стоимость одной пластиковой баночки – 350 рублей. Дальше берем баночку широким жестом и закрываем. Великорецкий воздух готов. Строить бизнес на продаже воздуха из Великорецкого Александр начал уже несколько лет назад. Обычно фермер собирает воздух с богослужением. Много ли заказов на такой продукт у предпринимателя остается загадкой.